Гайз, всем привет! Сегодня я хочу похрустеть сухими сортами мелочков с пастой. Это у меня старый оскол, белая гора, лайт. Начнем со старого оскола. Это песочный сорт, прям такой шершавый он, белоснежный. Начнем. Очень сухой, очень песочный. Яркий пыльный аромат. Сухие сорта замечательно сочетаются с жирными пастами. Белая гора. Легко откусывается. Крупинка до конца, сухой сорт, тоже прекрасно сочетается с жирной пастой. Лайт. Легко откусывается. Яркий такой пыльный аромат сразу бьет в нос. Крупинка до конца. Тоже сорт сухой. Слегка песочный.